Сойтер, приветствую вас, это Росаэйтер, это рада быть в твоих полях. То есть это душа структуры активности, ресурса, а Росаэйтер это Кураката. Благодарю вас. Хотела бы узнать насчет курса «Высшее Я» Янгим Клонет Ларсары, который мы начинаем, то есть второй поток. Вторая ступень. Да, мы в курсе, просто сейчас была информация Росаэйтер это Кураката. На русском языке хотела бы у вас спросить, что дает курс Росаэйтер, почему энергообмен именно таким эквивалентом и назначен. Давай начнем с энергообмена Росаэйтер, потому что это в вашей структуре, именно в вашем поле, в вашей матрице, где ты находишься, Росаэйтер это Кураката, имеет значение. Росаэйтер это Кураката. Энергообмен назначен именно такой, который способствует, который существует, который дает именно Росаэйтер подачу поля, потому что Росаэйтер это не единоразовая практика, практика сонастройки, практика аккумуляции, модуляции, практика совмещает очень много модульных систем, монадической ячейки, которая помогает вас полностью раскрыть, расширить сознание человека на многомерном уровне. Росаэйтер Кураката Росаэйтер, тот это Росаэйтер, тот Кураката Санара Росаэйтер. Многомерность раскрывает у каждого, кто будет активизировать. Тут задействовано очень много цивилизационных структур, которые будут в подаче. И наша задача именно качественно провести эти энергии. А задача тех, кто хочет раскрыть себе энергии, для раскрытия этих энергий осуществить некую благодарность от себя. Человек хочет раскрываться, человек хочет развиваться, Росанарата, но ему нужно понимать, в какой-то структуре полей ему нужно и отдать от себя, активизировать себя. Если бы было бы все бы то, раз как вы бы хотите бесплатно, вы бы никто бы из вас бы не активизировался, не был бы задействован, не был бы Сонтетрасекарка в активе развития, а только был бы в подаче получения. Особенно именно это распределяется в регионе, в том регионе, где ты на данный момент раскрываешь эти поля. Поэтому очень важно и нужно эта подача, этот энергообмен осуществит от каждого, кто желает раскрыть в себе эти инструменты, потому что то это раскрытие будет происходить не один день, а это будет происходить на долгосрочном уровне Росона, Росаэйтер и Росаэйтер, и будет масштабировано. Это раскрытие будет влиять не только на и систему поля этой души, а также на ее систему поля Росаэйтер, рода в основе активности Росаэйтер и Росаэйтер. Поэтому структурированный актив имеет такую значимость. Ротайросовка, каждая подача, каждый энергообмен выстроен не просто так. Просто на раз эти теретонда и так легко тарасенситр тетерохорека. Вы же хотите изменения в жизни, тогда и нам тоже очень важно и нужно вас задействовать в этом. И от себя каждая структура должна дать определенный обмен, потому что давая от себя, он получает и этим самым энергия более активно структурируется в поле. Теперь, если Сонтетра это Сонтера, будем исходить от того, что будет давать этот курс. Многомерность, Росонтетра, расширение канальности. Продолжаем. Мы продолжаем, еще раз говорю, расширять. Это процесс очень глубокий. Росонтетра, вот это нету начала, нету конца. От Росонтетра, это расширение канальности с высшим Я. Слышание, видение, Росонтетра, будем увеличивать фильтр восприятия. Тонкости Росаэйтера будем активизировать, то Росаэйтер расширение способности, расширение Росаэйтера тонта, осознание в моменте, человек будет включаться и осознавать в моменте восприятие Росаэйтера Сахрикота, Сенситра, Тейтера, Сенситра, Тута, Такрико, Тейтера, Сенситра, будет глобализация, будет структуризация, работа с телом, работа с энергиями. Натара, Сотерас, любви, работа с четвертой чакрой и определенная будет работа с структурой Анаса, Крикосинтитра, Тетора, Саналата, Хорка, принятие себя. Татора, будет очень много Росинтитра выходить базовая, но Сетитра, Тетора, так как мы будем очищать нижние поля, нижние коды первой, второй чакры, все, что связано со старыми базами, базовыми программами, то восприятие мира, сотый раз, очень будет противоречие Росаэйтер, потому что мы будем Росаэйтер расширять
мира восприятия, при этом удалять все старые шаблоны. Старые шаблоны, раз у которых наработаны, они будут сломаны, сломываться, торсенцитер, это как рушится. И на некотором уровне восприятия будет немного даже, можно сказать, торсенцитер, это. Не всем, но определенным душам, у которых наработка вот это сенситра восполнила свои код, то есть очень много чего наработано, росситра тонта и тавака. Можно сказать, что будет немножко трудно. Убираем шаблоны старых активов, продолжаем работать над этим восприятием. Будет напрямую работа через гору Эверест, энергия Эверест, росситра и тавака. И это связано с ДНК-полем. И поэтому мы говорим, что мы будем работать именно с вашими старыми шаблонами, обнулять их на сантитру алтетру, расширять сердечную чакру. Ваше восприятие будет более ресурсным, более активным. Каждый из вас хочет выйти на высшее Я, на канальность, но не каждый из вас понимает, как важно и нужно обнулить старые базовые программы, вывести вас в ресурс. Если у вас старые базовые программы, вам будет сложно воспринимать информацию чисто, вам будет сложно воспринимать информацию на том уровне, которым нужно быть для того, чтобы раскрыть в себе качественного проводника. Качественный проводник – это проводник, который завершил свои базовые программы, который не опирается на них, который не держит их как шаблоны, и расширяет свое видение, свое чувствование, поле восприятия. Росана расихота сетира. Биса тасо тирасине атола сакрика сонтира. Тора сетира тонтира. Тегро коса крака сонтира. Благодарю вас. Тора сентера токрик. Поэтому сентера токрик. Каждый, кто особенно расцветит, будет участвовать в этом поле. Центру ограничивающие убеждения будут растворяться. У вас эти убеждения очень много. Очень много будет выхода отношений на новый уровень. Чувствование, как будто бы новый мир раскрываться будет. Будем убирать пелену восприятия. Дальше будем продолжать. Чувствование будет увеличиваться. Раз сердечная чакра будет расширяться. Раз охриката, работа с телом, работа с это, центр, сознанием. Это желание что-либо сделать, желание активизировать, и также будет активно и ресурсно. То есть человек будет раскрывать в себе новые способности, новые видения мира на этом уровне. Угу. Благодарю вас. Что-то еще скажете? Людские параметры, людские души, которые именно раскрывают, развиваются. Очень много времени мы обращаем внимание, тратите на то, чтобы расширить, раскрыть себя, и опираетесь на то, что комфортно и доступно вам, а то, что некомфортно и недоступно по разным активам, вы отходите, вы не воспринимаете, но вы теряете время. Время — это тоже деньги, время — это тоже это ценность. Не все это понимают. Все думают, что ну ничего, я лучше сделаю этим образом, или я лучше сделаю этим образом. Но вам нужно понять, вы теряете время. Вы не теряете на данный момент денежный актив, но энергия — это все, энергия — это и время. Росахрека. Ибо вы балансируете Тора Сенситра. Вы даже Сенситра Тота наоборот. Техрока Сенера Сенситра Тота. Замедляете неким образом этот процесс. Но это и неплохо, и нехорошо. Опять-таки, Сонтера, все по уровню Нарасахрека Сенситра. Все в свое время, да, как говорится, Арасенситра, то, как говорит наш проводник, Русанарасахрека Сенситра. И это на самом деле так. Так будет пусть все в свое время, но наша задача активизировать, вывести вас в новое поле развития,
то есть быстрыми шагами, не мелкими шагами, а активным ходом, опираясь на себя, опираясь на свои знания, опираясь на свои возможности, которые у вас есть. Но не каждый из вас распознает, не каждый из вас видит эти основы. Время пришло Росохрика расширять себя. Росова на Росецитры. Наша задача — это Росецитра Токрика распространить, активизировать, подать. Ваша задача — Росентарасакрика — воспринять тем или иным образом. Сонарасакрика, Сонаритасин. Нет плохого, нет хорошего пути, есть только путь. Росанарасакрика, Тасинцитра. И каждая душа выбирает этот путь по-своему. Санорасецитра, Тайтарасахрика, Носецитра, Тантра. Мы предлагаем вам сонцитр, и мы продолжаем росахриката сонцитрата, вот это, повышать, поднимать уровень сознания людей, то росахриката сонцитр, для блага созидания росенцитра сонцитра страны, ради любви, ради развития. Благодарю вас. Андромеда. Цивилизация Андромеда. Русатера Сахрокоаса на Расититра. Тутаситра. Цивилизация Сириус также активизирована сейчас на данный момент в подаче для того, чтобы Сонцитра Тонтитра. Многие, кто из этой цивилизации, Турасенцитра, кто курирует, многие души имеют тут статус. Расенцитра, это курирующая именно цивилизация Сириус. Турасенцитра, она также, Расенцитра, только способствует и задействует своих душ для реализации этих основ. Та Росенцитра, то будьте активны, будьте ресурсны, Росентера Сохрика, активизируйте себя на Сенцитра, пробуждайтесь, не спите, Росенцитра, время пришло. Та Росенцитра, то будьте в активе. Благодарю вас. Мы себя тоже благодарим в этом поле обихода.